Друзья, удалили вену, вот она варикозная. Обратите внимание, приток, какая ветка, да, огромная. У пациентки 4 беременности, 3 родов. И хочу сказать, что часто спрашивают, приводит ли беременность к варикозу. Нет, друзья, не приводит. Беременность усиливает проявление варикоза, если варикоз уже есть. Это главный вопрос. Во время беременности для профилактики обязательно наносить компрессионный трикотаж. У пациентки еще тазовый варикоз. Тазовый варикоз не оперируется. А вот притоки от тазовых вен мы их пересекаем. Вот сейчас был случай, вот мой ассистент тоже видел. Вена идет вена, обычно к ней еще входит сюда приток, который у нее не входит отдельный приток. Это задний медиальный, а есть еще передний латеральный. Очень часто, к сожалению, и мои коллеги его тоже оставляют. Его не видно бывает, он отходит отдельным устьем. И мы сейчас в другом месте, абсолютно параллельно, на 3 сантиметра латеральные его нашли, перевязали. То есть он вообще никак, вена идет от ствола, то есть она идет отдельно, эта венка. Мы ее тоже пересекли. Это у той вены особенность, что она входит еще в лимфоузел. И вот с лимфоузлами, к сожалению, вызывает вот такой прям... У меня пациентка замечательная, она выигрывала, участвовала в программе «Голос», пела у меня на операционном столе. У нее вот после родов сильный тазовый варикоз перешел в эту ветку. Если она ко мне перейдет, мы ее перевяжем. Поправляться ни в коем случае нельзя. И такие, к сожалению, формы варикоза при беременности усиливаются. Еще раз повторюсь, сама беременность не приводит к варикозу. Беременность, как и ожирение, только усиливает проявление варикоза, если в анамнезе он был. Дальше что? Что касается непосредственно во время беременности, надо носить один трикотаж, во время родов там белый антиэмболический. Почему он нужен во время родов? Иногда во время родов, ну после родов непосредственно, капают кровеостанавливающие препараты. Их несколько групп, вот, и чтобы остановить, допустим, кровотечение, если такое может быть. И, к сожалению, не вызывает сгущение крови. И чтобы сгущение крови не привело к венам тромбоза, вот видите, вот здесь у нее есть такие вариксы. Что такое варикс? Это мешочек. Сейчас он сдулся, а вот такой мешочек. В них образовываются тромбы. Вот. Но у нее, к счастью, этого нет. Вот во время беременности, во время родов именно в этих местах образуется тромб, потом вызывает тромбоэмболию. Вот. Мы, когда работал еще в ВАПЛИ, у нас были дежурные бригады, и мы выезжали и пересекали устье, чтобы тромб не полетел вверх. Но вену не удаляли, потому что физически времени не было. Вот так, друзья, вот такая особенность варикоза при беременности. Наблюдайте у врачей, неважно, вы в Москве, не в Москве, у меня или у других врачей, я не обижаюсь. Пациентов много, поэтому на всех их много достаточно. Вот. Всех вам благ. Как всякие препараты Tralex Body Antistase, по моему опыту, они не помогают. Поэтому пациентка тоже принимала, но тем не менее ко мне пришла на операционный стол, легла. Поэтому вовремя обследуйтесь и вовремя лечитесь. Всего доброго, до свидания.